Божий Дух побудил меня поделиться посланием на следующую тему. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Когда мы будем обсуждать этот вопрос, то будем рассматривать книгу Откровения. Будем рассматривать начало книги, пятую главу. Тут Иоанн увидел свиток с семью печатями, который находился на небе. Он получил это видение, когда находился на острове Патмос. Есть два взгляда на этот вопрос. Один гласит, что свиток еще не открылся. А когда он начнет открываться, это будет начало семи лет скорби. Это тот взгляд, которого придерживаюсь я. Есть и другой взгляд, согласно которому определенные печати постепенно открываются, и мы уже находимся во временах исполнения этой книги. Прежде чем продолжить учение, хочу сказать, что у меня есть много друзей-пророков, которые согласны со мной в большинстве того, о чем я учу. Однако есть люди, которые могут проповедовать здесь и не придерживаться тех же взглядов. Мы не спорим и не ругаем по этому поводу. У меня есть близкий друг, которым я восхищаюсь, и который верит в вознесение после скорби. Я сказал ему, вскоре мы получим ответ, не так ли? Я не спорю. Я лишь пытаюсь показать, почему я верю в то, во что я верю на основании Писания. Итак, в Откровении 5 главе 1 и 2 стихах мы читаем о том, что на небесах открывается свиток. Это является началом семи лет скорби. Важно обратить внимание на печати номер 1, 2, 3, 4. Эти четыре печати представляют четырех разных всадников на четырех конях. Некоторые считают, что эти печати открываются сейчас в тех событиях, которые мы видим в мире. Если это так, если первая печать снята, то это означает, что мы на начальном этапе семи лет скорби. Любой евангельский учитель скажет вам, что печать указывает на начало семи лет скорби. Итак, мы видим весьма странные вещи на Земле. Возьмем, например, историю Ноя. Ноев потоп был глобальным. Он повлиял на весь мир. Все в его семье были закрыты на локдауне в ковчеге. Знаете, сколько они пробыли в ковчеге? Год и два месяца. Пришел ковид, и все мы оказались на локдауне. Мир находится в нем уже год и два месяца. Понимаете, к чему я веду? Два события, которые повлияли на весь мир — Ноев потоп и ковид. И когда мы видим такие параллели, то должны спросить себя, как все это связано с тем, что записано в пророческих писаниях. И сегодня мы рассмотрим обе стороны и постараемся получить четкий ответ на вопрос. Открываются ли определенные печати из свитка с семью печатями, которые находятся на небе, подводя нас к первым этапам скорби, или это что-то, что ждет нас в будущем? Вопрос в следующем. Если первая печать снята, то значит, что скорбь уже началась. Если же первая печать еще не снята, то мы еще не вошли в период семилетней скорби, о которой говорит Писание. Большинство пророческих служителей, с которыми я знаком, верят в следующие вещи. Во-первых, мы все верим, что Иисус вернется однажды в будущем. Мы все согласны в этом. Во-вторых, мы считаем, что до правления Христа на земле будет скорбь. Это произойдет до того, как Он установит свое царство на земле, как мы читаем в Откровении 20 главе. В-третьих, мы считаем, что есть человек, а не только дух, который называется Антихристом. Однажды, как говорится во втором послании Фессалоникийцам, 2 главе, он явится и создаст конфедерацию из 10 стран с 10 царями. Это будет в конце времен. Он будет управлять миром в последние 42 месяца скорби. Мы также все согласны в том, что в скорби будет космический суд, когда солнце, луна и звезды будут влиять на Землю. Кроме того, людей ждут природные суды, которые также захватят Землю. Мы видим природные и космические суды в 24 главе Евангелия от Матфея. Также мы читаем о них в Евангелии от Марка и у Луки. Эти места раскрывают нам множество деталей. Один автор может добавить чего-то, чего нет у других, или упомянуть слова Иисуса, о которых не упомянули другие. Давайте посмотрим на пророческие места. Книга Откровения разделена на 22 главы. Не забывайте, что когда Иоанн писал эту книгу, в ней не было глав и стихов. Когда меняется сцена, начинается новая глава.
мы видим, что Иоанн одновременно видит три вещи. Он видит то, что происходит на земле, затем он видит то, что происходит под землей, в бездонной яме. В Откровении 9 главе на греческом это слово «абусос» или «бездна». Он видит то, что происходит под землей. Но также интересно то, что он видит события, которые происходят на небе. Он был взят в духе, будучи на острове Патмос, и наблюдал с небес за событиями, которые происходили на земле, под землей и на небе. Он наблюдал за всем этим из тронного зала Божьего. Он видел ангелов, храм, семь сосудов, семь труб. Когда он смотрит на землю, то видит те события, которые происходят там. Все эти события происходят в тронном зале в 4 и 5 главе. И в этом тронном зале есть книга с семью печатями. Во времена Иоанна это был свиток с семью печатями, потому что тогда не было таких книг, к которым привыкли мы сегодня. Они появились лишь сотни лет спустя. Тогда все записывали в свитки. Это был свиток с семью печатями. Он был очень большим. Он был исписан как внутри, так и снаружи. Иоанн смотрит на эту книгу, и возникает вопрос. Кто достоин снять печати и открыть эту книгу? И они отправляют поисковую группу на небо. Я могу только этому уделить целую проповедь. Они отправляют поисковую группу на небо, чтобы найти кого-то, кто достоин открыть книгу с семью печатями. Они идут к Ною, потому что он точно был достоин. Он повиновался Богу, спас мир и заново населил его. Но Ной говорит: «Я не достоин». Все потому, что его нашли голым и пьяным в шатре. Тогда они пошли дальше и сказали: «А как насчет Авраама? Авраам – муж веры. Он отец веры». Но он говорит им: «Возможно, вы забыли, но у меня был период неверия, когда Агарь родила мне Измаила». И после этого на Ближнем Востоке постоянные проблемы. «Наверное, я не тот, кого вы ищете». Тогда они посмотрели на Лота, но сразу же сказали: «Точно не он». Они пошли к Давиду и сказали: «Давид, тебе обещали царство, Иерусалим, мессию от твоего потомства. Наверное, ты тот, кто достоин». Но Давид напомнил им: «Нет, у меня были моральные проблемы, которые испортили все. Дети поднялись против меня. Я жил в бунте. Даже не смотрите на меня, потому что я не прикоснусь к той книге, что находится возле Бога». Библия говорит, что небеса наполнились плачем, потому что никто на земле, под землей и на небе не был достоин. И тут ангел сказал: «Иоанн, хватит плакать, потому что лев из колена Иудина достоин». Когда Иоанн посмотрел, то не увидел льва. Он увидел агнца в крови. В этом нет смысла. Он достоин как агнец или как лев. И ответ вот такой. «Так как он агнец и искупил землю своей кровью, вернул человечество Богу, он достоин открыть ее». Но затем он появляется в образе льва из колена Иуды, потому что секрет того, как он становится львом, скрыт в книге. Он открывает ее как агнец, зная, что когда все закончится, он будет львом. Это хороший момент, чтобы прославить Бога. Итак, давайте посмотрим на Откровение 5 главу 1 и 2 стихи. Аллилуйя! Там сказано: «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом: „Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?“ И сейчас я вкратце расскажу вам об этих отдельных печатях и о том, что они представляют. Первая печать — это всадник на белом коне. Ему даны венец и лук. Он идет, чтобы завоевывать. Это важный момент, на котором мы сконцентрируемся. Вторая печать связана с рыжим конем. Он заберет мир земли и начнет убивать людей великим мечом. Это означает, что у него будет серьезная военная сила. Третья печать связана со всадником на черном коне. Он принесет с собой нехватку еды на землю. Тогда буханка хлеба будет стоить платы за целый день работы.
Затем откроется четвертая печать. Слово «бледный» лучше перевести как «бледно-зеленый». Это нездоровый зеленый цвет. То есть буквально это бледно-зеленый конь. За ним идет смерть и ад. Треть населения Земли умрет от войн, голода или зверей. Когда откроется пятая печать, настанет время мучеников. Эти мученики находятся под жертвенником Божьим на небе. Они молят о том, чтобы за их кровь отомстили. Они будут находиться там, пока не будут убиты другие мученики. А потом кровь мучеников выступит против тайны Вавилона и других народов Земли. Шестая печать — это космические суды. Будет мощное землетрясение. Солнце потемнеет, а Луна станет красной. Всю Землю будет трясти. Павел говорит в послании к евреям, что однажды вся земля поколеблется. Обратите внимание на то, что происходит, когда снимаются печати. Когда снимается печать, то где-то происходит негативное событие. Это может быть событие на небе, которое влияет на землю, или событие на земле, которое влияет на людей. Мы читаем, что треть умрет от этого, а четверть от того. Иногда нам трудно представить эти числа, ведь если умерла четверть, то осталось 75%. Означает ли это, что треть берется от этого числа или от целого? Я могу уделить полчаса только этому вопросу, поэтому мы просто остановимся на цифрах, что даются там. Вот чем я хочу поделиться с вами. Это очень важно. Книга Откровения идет в хронологическом порядке, потому что Иоанн говорит «после этого я видел». А в следующей главе он говорит «после этого я видел вот это». Я не просто так говорю, что он дает все в хронологическом порядке. Если посмотреть на печати, то мы видим всадника с луком, который приходит, чтобы покорять. После этого начинаются глобальные войны, голод, землетрясения и космические знаки. Все это происходит после того, как он выходит на сцену. Это одна из тех причин, почему люди говорят, что печати сняты. Во-первых, они говорят о том, как саранча пришла в Африку и уничтожила урожай. Но эта саранча появляется там раз в несколько лет. Это цикл. Вы не слышали об этом по новостям, потому что без соцсетей мы не получали информацию так быстро. Это было 7 и 14 лет назад. Они откладывают свои яйца в землю, а потом появляются личинки. Это неприятно, но это бывает. Второе — засухи. У нас была засуха в Атланте, штат Джорджия. Мэр города собирался эвакуировать город, потому что озеро почти высохло. Но потом кому-то хватило ума, чтобы помолиться, и Бог послал дождь в тот же день, когда они начали молиться. Удивительно, как Бог отвечает на молитвы, да? Я пытаюсь показать, что подобные вещи происходили ранее, но их сила лишь возрастет в периоде скорби. Итак, давайте вернемся к тому, о чем мы говорили ранее. Открылась ли какая-то из этих печатей? Вы должны понять, что книга Откровения, как я уже говорил, написана в хронологическом порядке. Иоанн был взят на небо. Он слышал голос, как звук трубы, который сказал «взойди сюда». Он сразу же оказался в духе перед престолом. Он оказался на небе, но мог видеть то, что происходило на земле и под нею. А после тронного зала он видит череду судов. Они происходят, когда снимаются печати. Он видит землетрясение. А после того, как сняты все печати, и приходит седьмой ангел, он переходит к другой сцене. И это важно. Все потому, что эта сцена приводит нас позже к явлению Антихриста и его десяти царей. В первой части книги Откровения вы не видите явления Антихриста как лидера десяти царей. Мы видим это лишь в 13 главе. И это помогает мне понять, почему Даниил говорит, что этот зверь будет править время, времена и полувремя. Время — это один год, времена — это два года, а полувремя — это шесть месяцев. Вот почему в Откровении говорится о семи годах или одной неделе в книге Даниила 9 главе. Он подтвердит завет со многими на одну седмину на 7 лет. А позже в 8
11 и 12 главе он начинает говорить о времени, временах и полувремени. Иоанн повторяет эти слова через сотни лет после Даниила, говоря, что когда это царство придет, то оно будет править 42 месяца, то есть 1260 дней, или время, времена и полувремя. И вот почему важно задать вопрос, кто тот человек, которого мы видим в первой главе при снятии первой печати? Если это Антихрист, то почему он создаст свое царство лишь к середине скорби? Что он будет делать первые 42 месяца? Давайте рассмотрим этот момент. Вот что говорит Господь. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, который есть и был и грядет». Откровение, 1 глава, 19 стих. Итак, напиши. Здесь Господь обращается к апостолу Иоанну. «Итак, напиши, что ты видел, и что есть, и что будет после сего». Здесь есть три важных момента, на которые стоит обратить внимание. Он говорит, что есть вещи, которые он видел в прошлом. Есть вещи, которые он видит и слышит сейчас. Есть вещи, которые он увидит после сего. Он не имеет в виду «после того, что я покажу тебе». Он говорит, есть вещи, которые исполняются сейчас, а я покажу тебе то, что исполнится в будущем. Вот что значит «после сего». Я хочу показать вам три способа, как можно разделить 22 главы. Первая глава — это то, что он видел. Он видел Иисуса в белой одежде. Его глаза горели, как огонь, а волосы были белы, как снег. Иисус говорит ему о том, что делать и что случится в том видении, которое он получит. Это прошлое, это то, что он видел. Господь также говорит, «Запиши то, что видишь сейчас». И после этого он видит видение семь церквей Асии, которые существовали в его времена. Их ожидало предупреждение или похвала от Христа. Сказано, что если они останутся верны, то победят и получат награды на небе. Я хочу сказать, что это не только обетование для семи церквей. Это обетование для всех, кто сидит здесь. Аллилуйя. «Если вы будете победителем...» Там стоит весьма интересное греческое слово, которое означает «суперпобедителя». Вы должны понимать, что нужно победить что-то, чтобы стать победителем. Библия говорит, что именно это мир, плоть и дьявол. Иногда дьявол убирает вас целью атаки, а вы даже не ожидаете ее. Кто-то сталкивался с таким? Наверняка у вас такое бывало. Но иногда дело не в дьяволе, а в вас. А ведь так? Эту истину сложно донести. Не нужно винить дьявола, когда все дело в вас. А иногда это мир, давление житейских забот, похоть очей, которые приходят для того, чтобы оставить вас без плода. Но давайте вернемся к печатям. Откровение, 6 глава, 2 стих. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он как победоносный, и чтобы победить». Это снятие первой печати. Мы должны сказать, была ли эта печать открыта или нет. Во-первых, сейчас никто не ездит на белой лошади. Возможно, у кого-то в мире есть белые кони. Уверен, что есть арабские лидеры, у которых есть белые кони. Они считают, что Махди, последний лидер ислама, придет на белом коне. И они не исключают, что это могут быть они. Поэтому они держат белых коней. Это факт. У Усамы бен Ладена был белый жеребец. У Ясера Арафата и Саддама Хусейна тоже были белые жеребцы. Сейчас у принца Аравии есть белый жеребец. Все потому, что они считают, что последний лидер ислама придет на белом коне.
Это интересная мысль, о которой стоит помнить. Итак, эта личность будет на белом коне. Это весьма необычное пророчество, потому что некоторые люди в комментариях 300-летней давности говорили, что это Христос. Но я покажу вам, что это не Иисус Христос. Хотя в 19 главе, в 11 стихе, когда Он вернется как Царь, Он будет на белом коне с армиями небес. Вам стоит привыкать к езде на конях, потому что вам придется возвращаться на них сюда. Я считаю, что это классно. Духовный конь и духовное тело. Вы можете представить? Я даже не буду затрагивать эту тему, потому что меня быстро понесет. Этот человек на белом коне в 6 главе, во 2 стихе, это не Христос. И вот в чем разница. Этот человек едет по земле, а Христос сидит на небе. Он всю книгу Откровения находится на небе. Он всю книгу Откровения находится на брачном пире Агнца. Он не на земле. Он не сидит на коне, не правит миром. Когда кто-то говорит, что это образ церкви, это всего лишь чья-то интерпретация. Этот человек появится на земле с другими всадниками. Эти другие всадники не будут на небе. Они на земле. Они заняты своими делами, войнами, голодом. Иисус будет на небе и не вернется оттуда. Это 6 глава. Он не вернется вплоть до 19 главы, конца скорби. А вот интересный момент, который связан с греческим словом «венец». В переводе короля Иакова слово «стефанос» переводится как «корона» или «венец». Но «стефанос» — это конкретный вид короны. Также есть «диадима» или «диадема» — другой вид короны. Будьте внимательны, это важно. В 6 главе человек, сидящий на коне с луком, носит «стефанос». Это венец, который давали на греческих играх, когда ты побеждал в метании диска, копья или борьбе. Это был венец, который иногда покрывали золотом. Он выглядел как лавровый венец. А вот что им давали. Когда же вернется Христос, как сказано в Откровении 19 главе, у него на голове будет венец. Там стоит слово «диадема». Ну что, вы готовы? Диадема — это венец царя. Тот венец означает, что он победил на войне. Этот человек — воин. Антихрист — это военный лидер. Он захватит народы. Библия говорит в книге Даниила, что он уничтожит многих. В Откровении сказано, что никто не может победить зверя. Вот почему он придет с образом этого венца. Но когда вернется Иисус, на нем будет не только венец победителя, но и царя. Царь царей и Господь Господ. На нем будет венец царя. Здравствуйте, это Перри Стоун, и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билдса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий. Открывается ли сейчас книга с семью печатями? Притча о смоковнице и что она означает для Америки? Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО. Я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки» из пророчества Аввакума. Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь РФ РАФ». Я также поделюсь словом под названием, отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает. Затем Марк Билдс поделится словом «Иеремия, пророк для наших дней». Закончу посланием, должны ли вы готовиться к переходу Пелла. Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас. Оно пророческое. Оно отвечает на вопросы. Вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях.
Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21 PS CD за $65. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21 PS DVD за $95. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение «Голос евангелизации», чтобы фестиваль «Манны» и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что были с нами. Многие из вас спрашивали по поводу пророческого саммита, который мы проводили в июле. И теперь вы можете заказать сборник DVD или аудиодисков. Вас ждет 11 посланий. 5 от меня и 6 от наших спикеров. Не забывайте, что на нашей передаче мы показываем лишь малые фрагменты. Некоторые вещи я просто не пускаю в эфир. На то есть множество причин, которые я не буду сейчас обсуждать. Но сейчас вы можете получить полную версию. Вы можете заказать аудио или DVD. Я советую вам заказать DVD, потому что многие спикеры используют наглядные пособия и таблицы. Вам решать, но я надеюсь, что вы закажете DVD. Под конец года мы немного освобождаем наш график, потому что у служения есть много вещей, в которых я должен участвовать. Я должен подготовить землю для строительства новых зданий на нашей территории. Вы узнаете об этом в следующих выпусках. Кроме того, мы уже некоторое время работаем над проектом, о котором известно лишь 5 людям. Я работаю над ним уже 1,5 года. Мы молимся о том, чтобы Бог показал нужное время для него. Он отличается от всего, что я делал ранее. В этом замечательном проекте участвуют многие баптистские церкви Соединенных Штатов Америки, а особенно в наших краях, в краях Кливленда, штат Теннесси. А если вы живете в Вирджинии или Западной Вирджинии, то приезжайте в Уильямсон Мемориал Филдхаус. Многие из вас знают, где это находится. Я приеду туда в субботу вечером и буду служить в воскресенье и в понедельник, так что добро пожаловать. Я буду там с 23 по 25 октября. Приезжайте к нам. У меня есть для вас слово. Скажу вам только одно. Нас ожидает чудесное служение с излиянием Духа Божьего. Я очень хочу, чтобы приезжали все возрасты и деноминации. Приезжайте на это собрание в октябре в Западной Вирджинии. Увидимся!